объединили усилия. В пятницу судебные приставы из Меликесского, Чердаклинского, Старомаинского и Новомалыклинского районов провели в Димитровграде совещание с сотрудниками налоговой инспекции. Специалисты двух ведомств обсудили выполнение плана совместных мероприятий. В частности, приставы доложили об организации работы по взысканию налоговых платежей. Представители обоих ведомств еще раз высказались о необходимости проведения планомерной работы с должниками и эффективном взаимодействии двух служб. И налоговики, и приставы в итоге решают единую задачу – пополнение бюджета.